сюда. Потом сюда. Получаем, пытаемся путевку получить. Приехали сейчас в лесничество, которое у нас не работает. У них сегодня выходной. К нам какой-то лесник приехал на буханочке. Говорит, типа, надо было заранее покупать. Ну, а мы, как продвинутые пользователи, купим это через интернет. У них есть бот, вот покупка на сайте. Вам приходит, короче, путевка на почту. Это очень удобно. Так, фамилия, имя, отчество. Вот, мы, короче, сейчас едем вниз. С Виновки мы выехали, едем вниз. А, колодки у меня передние, короче, кончились. Все очень грустно. Прикол в том, что скоба, которая их разжимает, она протерлась об ротор. И она отвалилась. И считаем, эти колодки ничем не разжимаются. И просто-напросто трутся друг об друга с ротором. Вот тут написано, что проезд по разрешению, а у нас разрешение-то есть. Начинаются какие-то приколюхи. Растительность густая. Клея вообще какая-то неадекватная. Ну вы видите ее сейчас. Вот так вот и поедем. Блин, это они специально сюда кочек понаделали, чтобы людей трясло или что? Вообще жесть. Ребят, смотрите, скальник такой, маленький, короче. Просто такая земля, и бац, порода вылезла. Ну, не красота ли? Такого в городе нет. Смотрите, какая желтуха. Прям круто. Мимо едем и не можем просто, ну, от этой красоты. Не знаю, видно, не видно, но овражек реально четкий. Вроде бы все такое же желтое, но очень красиво. И оба. Четко, да? Офигенно. Ходили мы на ту гору, я нашел на себе двоих клещей. Не знаю, как я их нахожу, блин. Но это неприятное чувство. Прикольно. Кто угадает, что это вот такого кроваво-красного цвета, как моя кофта, тот молодец. Есть камень огромный. Просто, ну блин, на хребте маленьком камень. Жесть. Сейчас поднимемся. Ребята, я в шоке. Просто вот скажите, какое животное залезет на этот камень, чтобы обсериться здесь? Вот при таком виде. Это вахтер какой-то, что ли? Охранник? Или кто? Вот наши кони. Тут такие офигенные ландшафты, я даже не знаю сказать. Слушай, мне кажется, они все-таки уникальные считаются, потому что, мне кажется, до Урала у нас такого больше нигде нет, да? Смотрите, какие здесь колеи жесткие. Вот здесь бы на девяточке весной. Саня в своей среде. Езжай. Походу ему нравится. Да, ему определенно нравится. Это Урал здесь место, чуть такое. Ну да. Офигеть. Так, смотрите, какая колея. То есть, если я вот сюда, например, встану. Кстати, вел сколько можно. Я сюда вот. Ну, я тут спрячусь. Look at this. Nice. Никому, в общем, не мешаем, сидим и смотрим, что. Типа, блин, дырка какая-то. Я такой смотрю, вроде бы нора, да? Потом сюда смотрю, опа, соты. Непонятно. Потом внутрь заглядываю. А там у нас осиное гнездо, блин. И тут мертвые вот эти осы. Жесть. Вообще. Впервые меня видите. Мы, короче, сейчас поднимались. Кстати, погода вообще четкая. Вот сейчас ездить, наверное, комфортнее раз в 10, чем летом. Жесткий мужик вообще. Я не успеваю офигевать. Жесть. Он еще и груженный. Сумасшедший. Куйбышев, Брянск, это нефтепровод. Ребят, нефтепровод. Просто великолепная дорога. С такой дорогой не скучно.
а даже весело и вполне живописно. Мы, кстати, сову видели, такой летающий серо-коричневый бочонок. Очень прикольно. Интересно. Нашли кабанячьи следы, свинячьи. Очень много. Страшно, ребят, страшно. В общем, подъехали к такому положению. Очень интересному. Какие-то тугубы. Сейчас надо будет карту поглядеть. Смотрите, какие-то таблетки нашли здесь. Надо их употребить. Ребят, опять газель какая-то. Короче, тут реально возят продовольствие. Это просто жесть. Подвижность 200%. Нормально, да? Ребята, едем сейчас по сосновому какому-то лесу. Ой, сосновому говорю. Кленовому. Кленовому. Здесь реально сыро. Все хлюпает. Грязючка такая. Смотрите. О, и звуки приятные. Вообще интересный маршрут. Блин, ребят, вообще интересные. Интереснейшие места, я бы сказал. Глухие и интереснейшие. О, прикольно. Да. Вот опять же следы. Видно, что здесь кто-то ходил. Раз, два, три, четыре. И идут они оттуда. Но сейчас я реально, я прям не слышу ни единого звука лишнего, кроме нас. Прям сыро. Прям сейчас сыро, ребят, прям чувствуется, что уже реально сырая осень. Вот именно здесь. Даже по телу холодок такой прошел. И звуки прихлюпывающие под резиной, это, конечно, нечто. Ребят, сахар-кофеин. Чистый сахар с кофеином. Помогает. Едем, нагоняем себе антураж. Прям атмосфера гнетет. И внезапно слева от нас появляется кладбище. Вы видите, какое оно, в каком оно состоянии. Все проросшее, дерево упало. Это жесть. Странное, ребят, кладбище. Посмотрите. А, походу пошел спуск. Если велосипед ногами прижимать, соскальзывает. Ну типа, вот так вот это сделай. Смотрите, ребят, какие интереснейшие следы. С такой вот штучкой. Напишите-ка, что это такое. Они тут везде. Они тут прям по дороге ходили. Вот прям по дороге. Просто отличнейшие дороги, они здесь укатаны. И грунт прям чернозем такой, как пластилин, только замерзший. Отличный накат. Я не знаю, это реально спуск, что ли? Реально спуск такой незаметный. Да, отлично. Прям катится на отлично. Надеюсь, обратная дорога такая же будет. Кажется, спуск. О, ребят, выезжаем из леса. Первая цивилизация, да? По берегу поедем, да? Да, по берегу. Догляй. Очуметь. Нет, хватит. А? А он тут сыпет или там нет? Нет. Что, спускаемся? Мы по берегу же едем. Да, да.
на кочках просто руку, ну, рули. У меня прям вот, вот меня онемели. Да, да. Бля, это нормально, что я их не чувствую? Нормально, ну, это... Сидим, сейчас надо будет найти дорогу, которая нам нужна. Проехали просто дичайший спуск, руки он все напрочь отбил, там бункер, в бункер мы, я думаю, зайдем. Сейчас, наверное, не знаю, карта у нас не ловит пока. Ехать нам, в принципе, надо в ту сторону. Но мы планируем выйти сейчас к береговой линии, там посмотреть уже, что будет на деле. Видишь, какая тут дорога? Да. Ты представляешь, вверх мы, тебе, мне кажется, мы бы умерли, не? Да. Слушай, это просто круто. Окей. Тут бы, наверное, летом ребята умерли от комаров. Летом и пикнотой. И от жары. Кстати, реально. Сейчас, ребят, никаких насекомых. Никакой жары. Я бы сказал, идеальная погода. Я хочу снимать даже обычную дорогу. Она настолько крутая. Какое крутое место! Look at this, ребятишка. Это все. Как это вообще называется? Я такого никогда в жизни не видел. Охренеть, это просто породу выдавило. Очуметь. Смотри, какая она огромная. Эй! Смотрите, ребят. Ух! Слушай, это реально. Ха. Зачем-то тут полили. Там дрова лежат. Сгоревшие. Смотрите, какие замшелые они. Четкие вообще. Я очень давно мха не видел. Как ковер. Блин. Это просто офигенное место. Вот, ребят. А? Нет. Да. Блин. Четкие затоны, да? О! Что такое? Там стрелки направо. Я люблю стрелки. А у тебя не спички, не выглядит. Ищи! Ищи! Бешенство. И сразу, ребят, на ноги смотрим. Реакция в порядке. Реально, опасайтесь, ребят, клещей, потому что это очень опасные насекомые. Ребят, вон он. Вон там. Это наша точка. О, там машина. Как они сюда попадают, блядь? Полуостровчанский. Была не была. О, поехали. Поехали, блядь. Там просто, там такая сачамба. Это настоящее приключение. Чё-то я не верю, что там 7 человек. Это Unreal. О, слышу людей. Здрасте. Жесть. Ну тут и тропинки. А
А как тут вообще? Куда? Ну не знаю, мы вот наверх. Дело нам отдавайте, а сами кто-то. Да? Туда мне, не знаю, можете пройти. Вы здесь поставите его в стену. Вообще? Ну я хочу попытаться. А, ну я попытаюсь. Да, положи его здесь. Да не хочу его положить. Короче, отговаривали нас, отговаривали. Да не отговаривали, блин. Слабый. Да я еще не в такое забирался. Говорят, типа, с велосипедом сюда не зайти. Скользи ботинки по этому. Но, кто знает. Конечно. О! Ты понимаешь, люди туристы. А мы кто? Мы приключенцы. Можешь меня понять? Так. Ну чё? Что за издевательство? Бросай здесь и пошли. У меня тапки есть. Черный сначала пришел серия, а теперь не снизили. Мне надо, кажется, отдохнуть. Кажется, ребят, горный орел мой преодолевает расстояние. Я раздеваюсь. Я как бы упрямейшее создание. По гороскопу я баран. Понимаешь? Еще чуть-чуть. Фу. Детка. Бутылку упала. Как бы это не забыло. В общем-то, вот и весь камень. А вон и люди. Фу. Подъем сюда был прикольная идея, да?
особенно с велосипедом, да? С велосипедом сюда, короче, не каждый поднимется. Я понимаю, короче, других людей, которые пешком поднимаются, это, конечно, вот так сделать. А вот с велосипедом сюда залезть сможет не каждый. Как это оправдать еще, блин? И награда за все это, издевательство. Какая-то шоколадка, которую я сейчас... Награда за все эти испытания, одна лишь шоколадка. Господи. О, да. В общем, пришли мы оттуда. Вот оттуда, там подъем внизу. Этот камень мы видели от машины. Машина у нас вон там. Что-то там десятка стоит, что ли. Ох, дичь полная, конечно. Внизу очень высоко. Это, кстати, называется вся эта штука змеиный затон. А этот камень висячий, вислый. Он над протоками, типа, висит, и ему хорошо. Но на самом деле тут страхово очень, потому что внизу ничего. А тут... Сейчас нужно будет спускаться. Естественно, моя любимая кона, ну просто, блин, я не могу. Я не могу сказать, как я люблю, она останется здесь. Это что, я оттуда пришел? Я оттуда пришел. Ребят, я оттуда пришел. Ну, как бы самая интересная часть. Саня, лови. Моя кона тебя очень любит. Блядь! Саня! Стой! Слушай, спускаться круче. Где? Ой-ой-ой. Я кидаю, держи. Держи, она тебя сейчас снесет, она убьет тебя. Не, я думаю, это... Ты спр... Ты меня прям по глазу бил. Блять! Саня! Блин! Понимаешь, ты сейчас ёбнешься, я буду ржать. Оу! Оу! Вот это было опасно. Как я сюда поднялся? Иди вниз, я сказал. Меня велосипед вниз тянет. Я поехал. Блять! Кажется, можно посидеть. Ну и что, ты чувствуешь свой поход завершенным? Конечно же нет. Без велосипедов этот подъем ничто не значит. Слишком скучно. Естественно. В общем, прекрасное место. Оно отлично сжигает калории. Отлично дает эмоции. И на спуске отлично их забирает. И дает такое... прекрасное сонливое состояние, да? В общем-то, чувствуем сейчас себя сонливо и слабостливо. Сейчас бы, конечно, мясца бахнуть. Прям хочется мяса, знаете. Не каких-то там печенек, шоколадок, а мяса хочется. Блин! Может быть. Диагоналочка.
Оп, бревнышки. Препятствие. О! Офигенно! Бля, ребят, мы такую лужу прошли, я не снимал, вообще жесть. Смотрите, какая дикая. Здравствуйте. Вы путевкам пускаете? Путевкам, да? Да, сейчас покажу. Мы их через интер... А? Да это мы столетие на велосипедах здесь катаемся. Мы путевочки купили через интернет на сайте вашем. Этот подъем просто сжирает нас живьем. Это ужасно. Дичь. В общем, мы сейчас едем. У нас еда кончилась. Сахар в воде кончился. Осталась только вода. Мы только поднимаемся, грубо говоря. Впереди еще где-то километров 25-23. У нас уже бред, нам все смешно, нам весело, потом нам грустно, потом нам спать хочется. И полное ощущение, знаете, и отсутствие вообще понимания, что нам хочется в реальной жизни. Ну, то есть нам надо поесть, наверное, да? Но у меня есть одна хорошая новость, я успел заварить седло. И оно мне не так конопатит мозги, как конопатило до этого. Вот кто, ребят, отдыхает, кто живет в настоящей жизни и понимает, что он человек. Едем тупо в вегетативном состоянии. Блин, холодно без капюшона. У меня, кстати, переднего тормоза нет. Вот это был расклад близко. Проехали процентов 50-60 пути. Больше. Да. Сейчас 50. Под горочку все катится. Катится все замечательно. Фу, жрать, конечно, очень сильно хочется. И темнеет очень уже. Уже почти 6. Видно. На камеру, кстати, светлее, чем в реальной жизни. Вот. Едем. Спустились, короче, в низину. Сейчас едем по самому оврагу. В овраге вообще прям жесть. Холодно. Прям пахнет сыростью и прям подмораживает даже через одежду. Поскорее бы отсюда уже выехать, подняться куда-нибудь. Ну, в принципе, этот овраг будет идти до самого поселения, где мы оставили машину. С удовольствием бы включил фонарь, но в этот раз он не у меня, к сожалению. Дико сыро, дико холодно, дико хочется есть. Едем. Что? Ребят, кажется, мы сошли с ума, смотрите. Смотрите, мы сошли с ума. Оливье на 80 рублей. Найс. Нет, ты знаешь, довольно дешево. Довольно охеренно, я бы сказал.